идея данного круглого стола возникла после знакомства с журналом «Praxis». Большое спасибо отцу Александру за возможность познакомиться с журналом и почитать. Это действительно было интересно и полезно. И идеи, высказанные в одном из номеров, в данном случае я говорю про второй номер 2021 за 2021 год, собственно говоря, и стали основанием для того, чтобы предложить данную тему, которая сегодня прозвучит. Это духовенство XI-XXI веков в обществе и государстве, каноническое и правовое положение. Целью данного сегодняшнего мероприятия является не формировать какие-либо рекомендации, наказы или что-либо еще, а прежде всего обсудить ряд проблем, которые представляют собой, как мне видится, серьезные вопросы жизни сегодняшней церкви. То, о чем я сегодня буду говорить, для меня это вопрос не безразличный, и он отражает не желание что-либо критиковать, а попытаться понять и увидеть какие-либо перспективы, какими бы они ни были. Священнослужитель живет в совершенно другой правовой культуре, чем обычный гражданин пребывания Русской Православной Церкви. Я сейчас говорю не только России, любых других епархий, зарубежных в том числе. Хотя там ситуация более понятная. О чем идет речь? В любом учебнике правоведения, законодательства и так далее всегда будет рассказано о том, что средневековая феодальная система подразумевает правовую культуру пакта, которая потом сменяется в новое время культурой договора. Священник живет в старой системе культуры пакта, которая предполагает, прежде всего, никаких договорных обязательств, а только личную преданность, невозможность оспаривания каких-то нарушений твоего статуса там, и так далее в судебном порядке, а только твоя личная преданность сузерену, ну и так далее. То есть не проговариваемые, не фиксируемые обязательства, которые ты выполняешь, поскольку ты принадлежишь своему сословию.